Это все просто нужно увидеть, это не передать. Вот посмотрите, это я специально для своей подруги показываю. Вот как несколько таких композиций соединили воедино, окаймили это железной дорогой, притом недорогой, скажем так. И вот сделали такую деревушку. Альпийскую, можно сказать. И вот посмотрите еще, какая красота. Я покажу сейчас это все быстренько. Вот как можно обыграть это все, посмотрите. Люди собирают годами вот все эти отдельные домики, елочки, что-то делают сами. Посмотрите здесь, какая красота. Так что заходите на мой канал, подписывайтесь. И мы увидим с вами еще много-много интересного. Красивого, занятного, уютного. О, сколько всего! А вот и железная дорога. 47 евро это стоит. Здесь подешевле, 20. Карусель. Все это можно купить отдельно и вот выстроить такую шикарную деревушку. Вот все это продается отдельно. Какая красота! Пекарня. Подарочный магазинчик. Рождественский магазин. Christmas shop. Шикарный, шикарный. А вот цены. Фабрика попкорна. Посмотрите, какая прелесть. Кофе. Кофейная компания. И тут же с магазинчиком. Какая красота.
Здесь подешевле, вот по 25. Такие домики, вот такие подарочные магазинчики. Ого-го, домик Сентеркласса. Такой, вот такой домик очаровательный. Этот домик Сентеркласса тоже стоит 25 евро. Высылаю по предоплате. Кто собирает или хочет приобрести, провожу скайп онлайн шопинг. То есть мы с вами вот так ходим и выбираем. Вы мне говорите, что вы хотите. Я покупаю, вы переводите мне деньги, я вам высылаю. На Украину вообще очень быстро доходит за неделю. И стоит, в принципе, от 10 евро пересылка в Россию обычной почтой. Вы можете узнать расценки у себя на почте. Такая красота. Вот можно дополнять свою деревушку, видите? Фонарики в разном стиле, вот различные персонажи. Кстати, первый раз вижу такое обилие. Даже велосипеды. Вот сколько стоит этот велосипед. Здесь называется Омафиц, бабушкин велосипед. Вот, цены пока не вижу. Это где-то в районе, вот, наверное, 3,55 евро. Думаю, так. Ну что, пойдемте дальше. Так не хочется отсюда уходить. Ну что делать? Время. Вот мы попадаем в другой очаровательный отдел. А здесь все уже украшения для елок. Оставляем вот этот отдел сзади. И посмотрите. Фигурки для рождественской стайни, как это называется по-русски, не знаю. Давайте посмотрите. Здесь все в другом стиле, все такое белое, заснеженное. Какая красота. На елку такие ангелочки. И с ангелочками, и со звездочками, и с елочками. А вот посмотрите, какая прелесть. Девочка, ангелочек, вернее, в шаре. Вот елочка. Какая. Елочки, как вы можете ее украсить, и вот вокруг лежат. Посмотрите, какие прекрасные вещицы. О, единорог. Вот сейчас очень модно вот такие шары.
Видите? И в бронзе, и в золоте, вот серебро с белым. Как красиво они смотрятся. Посмотрите, как они смотрятся на елке. Красиво. Какие красивые шишки. Вот так мне хочется нарядить елку вот в таких тонах. Обожаю такие вещи. Смотрите, украсить вот такими цветами. Как красиво. Снежинки. И вот здесь вся эта красота. Слушайте, даже разговаривать не хочется. Просто полный восторг. Как я обожаю это время. Как это все красиво. Здесь, посмотрите, орхидеи, шарики, ангелочки, оленьи головы, каёчка. Там вот как обыграно. О, красота. Ну вот какие красивые тоже можно повесить на гирлянду какую-то вокруг окна, а можно на елку. Какие красивые елочки. Красота. Кстати, посуда тоже такая интересная. Керамические такие чашки. Интересная. Жанночка, смотрите, орхидеи, но не живые, но гигантские. Какие красивые шары. В моем детстве было много таких шаров. Они были, конечно, может быть, не такие красивые. Но все возвращается. Так красиво, когда на елке такой шар. А здесь что это такое? Такие прозрачные. Красиво, красиво это все смотрится. Просто обалденные оттенки. Ой, посмотрите, какая красота. Как-то вот камера делает более блеклым этот цвет. А он такой вот, вот может быть, ближе будет как-то. Он чуть более насыщенный. Такой кораллово-розовый, нежный. Конечно, не передать вот камерой эту красоту. Вот смотрите, какие сделаны шишки из веточек. Они громадные, видите? Хочу показать совы, какие красивые, чудесные просто. Вот эти шары. Посмотрите, какая здесь прелесть. Ой, сейчас я оставила тележку с сумкой, сейчас вернусь. Еще я оставила сумку открытую, уже столько народу прошло, но все на месте. Как говорится, береженого Бог бережет. Конечно, здесь не так воруют, но всегда, везде нужно быть начеку и не давать, конечно, людям повода лишнего, скажем так, возможности тебя обворовать. Ой, какая красота! Посмотрите, какая коробка с сокровищем. Красавцы, евро 29 штука. Очень красивая.
Вот это вот сейчас очень-очень модно последние годы. Ну, опять-таки, и вот такой стиль. Кстати, его можно сочетать вот с этим. Посмотрите, какие гирлянды. Раньше можно было сказать, что это просто несочетаемо. Но, тем не менее, бусины, шарики, и пластик вот это белый, и какие-то шишечки, натуральные материалы, из бересты, вот, или, посмотрите, из коры дерева. Ой, красиво. А вот подушка какая шикарная. Как раньше макраме вязали. И вот, посмотрите, какая прелесть. Какое чудо. Она еще такая мягенькая, хорошенькая. Такая, чтобы сидела. 10 евро, кстати. Такими ножками. Весюльками. И вот они есть уже еще поменьше. Посмотрите, это такие. По 10 евро. И вот, посмотрите, какие. Ой, какой ангелочек. Какие хорошенькие. Покажу вам на фоне серой подушки. Такая прелесть. Смотрите. Ну, фокусируйся, камера. Ой, все сверкает, блестит, и камера не хочет фокусироваться. А эти ангелочки по 4,60. Вот эти шары, это Наталья, я тебе говорила о них. Есть в золоте, есть в бронзе и серебро. Посмотрите, какие елочки. Каждый может смастерить сам, в принципе, из подручного материала. Кусочек веточки, смотрите. Смотрится очень-таки интересно. Вот, из натуральных материалов. Вот такая красота. Какие красивые шары. А вот, посмотрите, вот это вот тоже из моды не выходит. Они тяжелые такие. И как будто бы, видите, потрескавшиеся, побитые. На самом деле, это так сделано. У меня есть невестка здесь, которая очень много таких шаров. И она вот их комбинирует с прозрачными и матовыми белыми. Вот у нее всегда такая елка белая. Ну, первый раз, когда увидела, как-то мне не очень понравилось, нужно честно сказать. А теперь я вот как-то сама присматриваюсь. И нравится мне это. Вот посмотрите, какая тут прелесть спряталась, какие хорошенькие. Вот такие под старину. Видите, шары? А вот посмотрите, какая интересная верхушка. Первый раз такое вижу. И сор. А эти, посмотрите, какая красота. Ой. Ну вот из веток, посмотрите. Как здорово сделано. Они все еще работают над всем этим. Все расставляют. Очень красиво. И надо сказать, что очень много совершенно другого, не того, что мы видели раньше. Очень много нового ассортимента. В прошлом году уже как-то ассортимент поменялся. Какая прелесть, смотрите. Вот.
и в этом году. Какой хорошенький. Это вот игрушки моего детства. Такой Дед Мороз. Что там еще? Смотрите, палочка. Тут еще что-то такое интересное. А, снеговичок, голова снеговика. Интересные, интересные игрушки. Вот смотрите, как сердечко прозрачное, красиво смотрится. С натуральными игрушками. Сердечки. Яркий какой. О, павлины. Боюсь, что будет немного темновато, потому что здесь такой полумрак, конечно. Это создает такую особенную сферу.